45 минут на выполнение 25 заданий о войне получили участники международной исторической просветительской акции «Диктант Победы» на очных и онлайн-площадках. Вопросы в этом году посвятили 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам. В Сарове «Диктант» проводился в 11 учреждениях. Одним из них стала школа номер 5, где хорошо развито военно-патриотическое направление. «Диктант Победы» для наша школа является традиционным. Мы в этой акции участвуем с самого начала. В площадке заявлено на 60 человек. Вот. Но для нас это не рамки, не ограничения, потому что очень много ребят у нас принимают участие в диктанте еще и в электронном формате. То у нас на базе школы существует военно-патриотический отряд «Барс». Ребята этого отряда регулярно принимают участие в зарницах в муниципальном этапе. Они являлись участниками регионального этапа «Дивизион». В муниципальном этапе они неоднократно занимали призовые места, и по истории в том числе. Колоссальное количество концертов, посвященных 9 мая. У нас проходит много встреч с детьми войны, с дружинниками тыла, с ветеранами СВО. В этом году акция проходит уже в 6-й раз. Главная цель – объединить народы страны вокруг исторической памяти и привить подрастающему поколению ценности патриотизма. Ульяна Зарубицына с 4-го класса школы была членом военно-спортивного отряда «Барс». Сейчас активно участвует в работе отряда «Вымпел Атом» САРФТИ. Девушка убеждена, что вопросы не затруднят тех, кто радеет за Россию, знает ее историю. Для человека, который патриот своей страны и который чтит память своей родины, я думаю, что это не очень сложно, потому что этот человек как-то интересуется историей своей страны и пытается как-то узнать побольше нового. Перед тестированием каждому участнику присвоили индивидуальный номер. После подведения итогов его нужно ввести в личном кабинете на сайте акции, чтобы узнать результаты. Школьники и выпускники, набравшие максимальные 25 баллов, могут получить до 10 дополнительных очков при поступлении в вузы. Также федеральные победители акции получат дипломы и ценные призы вместе с приглашениями в качестве почетных гостей на парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве. Дарья Кознер, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.